Сами печатаешь. Пошли. Пошли. Thank you.
всего в нашей жизни, слушая время. Дмитрий, сегодня для вас особенный матч, Воронеж для вас родной город. Это дополнительное волнение или все-таки мотивация? Да, это родной город. Приятно играть в родном городе. Давно факела не было в российской премьер-лиге. Но, наверное, как и на обычный матч, вышел с таким же настроем. Ничего особенного. Центральный тайм для представителей, фронтальной системы и удивленных людей. Напоминаю, да, и запрещено. Пожалуйста, это очень профессионально. И еще раз, мы молодцы.